Школа Квентин – это центр подготовки к ЕГЭ, где преподавателями являются только 100-бальники ЕГЭ в прошлом и победители всероссийских и республиканских олимпиад по школьным предметам. На сегодняшний день наш проект в городе Казань насчитывает 350-400 учеников. Также мы представлены в городе Москва, Нижний Новгород, Зеленодольск и Набережные Челны. Во всех этих городах студенты, 100-бальники, являясь преподавателями, ведут занятия в группах по 5-6-7 человек. Занятия при всем при этом гораздо дешевле, чем стоимость дорогих репетиторов в тех же самых городах. То есть, например, если взять Казань, стоимость среднего репетитора в Казани хорошего – это 1000 рублей, у нас стоимость занятий там порядка 380 рублей, что, разумеется, для детей были более приятные ощущения. И преподаватель рассказывает исключительно формат ЕГЭ. Я готовлю к конкретному экзамену для того, чтобы потом ребенок мог поступить на бюджетное образование, потому что коммерческое образование сейчас в среднем год составляет порядка 150 тысяч рублей в хорошем топовом казанском вузе. То есть умножаем на 6 лет обучения, это больше, чем 1 000 000 рублей, огромная сумма, которую не каждый родитель способен заплатить. И мы работаем над тем, чтобы у ребенка была возможность поступить на бюджет именно туда, куда он планирует поступить. А для этого ему нужно просто сдать хорошо ЕГЭ. Выпуск 2015 года у нас составил порядка 500-550 детей по всем городам, средний балл которых составляет 78,6 по всем предметам. Это достаточно высокий результат, учитывая то, что ребята к нам многие приходят с вопросом, нам бы порог перейти. Порог – это вот минимальная оценка, то есть 32 балла, да? При всем при этом, средний показатель выручки на сегодняшний день в месяц составляет больше 1 000 000 рублей, а за прошлый год, за весь год, там сумма получается около 10 миллионов рублей выручки. Что, в принципе, для нас неплохой показатель, являясь то, что мы сами все действующие студенты, и как бы вообще сам бизнес изначально задумывался от студенчества, потому что мы в свои студенческие годы могли поделиться опытом и знаниями, которые начали передавать вот таким вот образом.